Это серия по сайту CSGO Run. Тут тоже есть крашек, как на WTF Skins. Но сегодня это будет CSGO Run. Просили снять этот сайт, поэтому снимаем. Пополнили на баланс. Ну так, десяточку для проверочки. Когда-то я на нем уже играл. Тут видно, я выводил отсюда вот нож. АВП, ну, в общем, скины отсюда уже выводил. Ну, краш, кстати. Давайте попробуем на 50. Попробуем подняться сейчас и что-то себе вот сюда вывести. Посмотрим, что за то, конечно, получится, но... Надеюсь, что-то мы отсюда сможем забрать сегодня. Так, отлично, залетает. 1.50. Было 10 долларов, стало. Ну, ничего, в общем-то, не изменилось. Интересно, продолжится ли вот эта вот тенденция краша через 1 или нет. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что нет. Но все может быть. 1.30, 1.40, 1.45, к сожалению. Давайте я оставлю 1.50. Обменяем снова на помельче скинцы. Так. Посмотрим. Да, залетаю, хорошо. В этот раз залетело, мы чуть-чуть в минусе, но я думаю, что это не страшно. Тут сайт, конечно, не такой многофункциональный, как WTF Skins все-таки. Ну, посмотрим. 4.49. Давайте поставим двоечку. Это лучше десяточку автовывод. И попробуем сами прожать кнопочку в нужный момент. Неизвестно, когда он опять же наступит, этот самый нужный момент. Хотелось бы очень, на самом деле, x2. Хорошо. 2.04. У нас 11 долларов. Посмотрим, что получится с этого. Он пошел дальше давать. На самом деле, на Кайзовара нередко такие большие иксы, как на том же WTF Skins, извините. 11.26, да. Давайте пока что вот эти вот скины по 2 доллара разменяем. Хорошо, чтобы мы могли вообще забрать. Нужно хотя бы до 15 долларов, наверное, зайти. И что-то забрать себе потом. И оставить баланс на следующую серию. Так. Давайте попробуем также. Посмотрим. Что он выдаст. А, ничего. Парень успел вывести. Хорошо, интересно. Давайте еще, наверное, поставим. Я не думаю, что он 2 раза подряд захочет крашнуть. Очень надеюсь. Зачем это надо? Будет очень обидно. Давайте 1.60. Отлично. Хорошо. Он за двойку ушел. Давайте тут тот же. Опять же, доллар 50 поставим. Доллар 40 на балансе еще. Нужно еще раз полторашечка. Угу. Хуй там. Давайте 2.40. Ставим чуть-чуть больше. Посмотрим, что с того всего выйдет. Давай двоечку сайт. Пожалуйста. Отлично, хорошо. Двоечка. Деньги на баланс получены. Отлично. Давайте опять же так поставим. И тут пока что обмен по 2. На
Мейскинса по 2 доллара. А сколько мы здесь поставили? Доллар 50, да, доллар 50. Краш 1.38. Да сейчас, хотя снова может крашнуть. Мы пока что в нуле. Давайте попробуем. 1.03. Интересно. Давайте два скина. Меняем. Тут пока что возьмем все, что есть. Пусть по 90 лежит. Интересно, он два раза крашнул. Парень на 1.03, 1.05 выводит. Ну вот держит ножик. Решил залить и поддержать. На скольки он хочет, интересно, вот додержать свой ножик. 2.5 заберу. Есть. 2.5, приятно. Хорошо. Под вас в очередной раз. Это уже сколько? 14 долларов, да? Да, 14 с небольшим. Надо бы что-то за пятерочку забрать с вами, чтобы осталось потом. Еще нужно, в общем, 80 центов получить. Попробуем так вот потихонечку что-то себе поднять. Нужно сейчас 1.40. Как-то получить 1.40. И можно будет спокойно выводить отсюда скинчик. Хорошо. Какой-нибудь. И остаться в плюсе. До 15.02. Давайте выведем. Допустим. Что можно собрать? Тузи еще, пожалуйста. Повыбираем пока что. Давайте, допустим, вот этот авик заберем себе. Этот баланс на следующую серию оставим. А когда мне придет трейд, я вернусь и вам покажу, как я забираю свой трейд. Вот пришел мой скин на авик с Кайзгурана. Давайте подтвердим обмен. Заберем его себе. ВП Мортис. После полевых. Так, посмотрим в инвентаре. Его вот он. Он в инвентаре. Тут еще у них ножик валяется. Ну, то такое. Вот этот авик лежит. Пишите, нравится ли вам сайт Кайзгуран. Снимает ли по нему серии дальше. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и всем пока.